Тренд-тренд, с вами Ариран. Ребята, будем сейчас смотреть тексте Tomorrow by Together клип. Runaway, я планирую еще посмотреть их выступление. Но давайте начнем с клипа. И мне приснился Хюнин-Кай. К чему бы это? Короче, ребята, я не знаю, я после просмотра тизеров, есть же реакция у меня на канале, я подумываю, что, не дай бог, Биг Хит не оправдает мои ожидания, и там не будет сказочных каких-то историй, все хана, буду жаловаться, писать петиции. Ладно, я шучу, я, конечно же, как всегда, жду от Биг Хит чего-то неимоверного и впечатляющего, и вы мне, кстати, писали про Гарри Поттера, я не знаю, как так получилось, я видела трек-лист уже давным-давно, в смысле, когда его только опубликовали еще без вот этих музыкальных превьюшечек. Еще тогда я подумала, это ж Поттер, блин, должно быть что-то прикольное, но я забыла, по-честному забыла, когда смотрела тизеры, такая сказка Дисней, что-то где-то витает, не могу словить, что. Но авики, конечно же, мне написали, что это Поттер. Ладно, давайте, я не знаю, я так долго тянула с просмотром, что я теперь не то что волнуюсь, а я уже устала от волнений и переживаний, ожиданий от всего остального, я готова прямо сейчас головой окунуться туда, куда, куда-нибудь туда. Поехали. Раз, два, блин, я не могу. Так, раз, два. Я готова. Или нет? Надо погромче делать. Хочу песню. Мне так эта песня зашла с того кусочка. Хочу. Но... Бомбюшка, а чё ты такой веселый, парень? Чё он думает? А, ой, я же, гляньте, он такой синий-синий. Блин, мне уже нравится атмосфера. Я еще ничего не поняла, у него ранка на пальчике. Ну, почти ровно. О, это ж Хьюнин. Швырь. Так на небо посмотри. Слушайте, они все смотрят на небо, я начинаю разгадывать. Слушай, ну тут я вообще, конечно, вряд ли, наверное, что-то с первого раза пойму. Это мы видели в тизере. Так, а подождите, Субин там дверь рисовал. Так, я на крипово смотрел. Нет, красиво, но это было крипово. Все идут у меня. О, так, о. Я хочу еще громче. Блин, какие выразительные глаза у Тишана. Ой, он же, ой. Кто? Блин, у меня такие флешбеки, где-то я это видела, там был бабушка. Там такую музыку, там такие бара... Ой, бибиди-бабиди. Что происходит? Там пожар! Тушите, это я горю. О. Главный пожарник, блин, такой крутой был переход. Ой, Кай так сделал! Ёнджун! Боже мой, подождите, у меня уже руки трусятся, отвечаю. Спокойнее надо себя вести. Ой, эти дети такие прикольные. А, это посе... И там город такой перевернутый. Блин, он так прикольно в этих спортивках. Так, это пентаграмм. Что-то... Ой, начинается какая-то мистика у нас. Я надеюсь, не так... Ух ты, мой блин, я два. Слушайте, такая атмосфера, точняк, как в Поттере. Мне так нравятся такие поводы. Там такая музыка, ребята, обалдеть, я слушаю в наушниках. Хелена такой был. Так, они куда-то прибежали. О, эти кадры у нас, сучки. Юнит, вылазь. Куда? Спасайте ребенка. А, он еще и остальным такой, идите сюда. Вау. Вау, глядя тут эти... Ой, боже, Хьюнин же такой прикольный. Я видела эти курточки уже. Где? Ну, или знак. Ой, блин, так классно. У них такие крутые прикиды. Посмотрите на Тэхёна, посмотрите на остальных. Все такие, Ари, там мы смотрим, смотрим. Ой, как мило. У них такие моськи.
Ох, это, слушайте, у них на... Это потайная дверь в виде люка. Упаси. Подождите. Я не понял, там же бывает это. А, там, короче, вода, я имею в виду вода в бассейне, как они спустились. Заросли. Нет, ты ее внизу такой. Слушайте, это так прикольно, сверчки. Игрушечка вот эта, где-то она уже была. Они как лилипутики. Сейчас магия. Я не поняла, что горит дверь, но такая классная песня. Как же красиво. Да, слушайте, нам все время эту игрушку показывают. Свинин. Так, а что сильно быстро, я не успеваю. Что там за дырка это в конспекте, для чего? Слушайте, обычно сидят, знаете, в лагерях вокруг костра. Так, эти. Там ничего нету, куда делась. Может быть, они попали в место, где все само собой исцеля. Так, подождите, что-то тут. Кто остался? Это Тэхён? Он что, сейчас сюда пойдет? Игрушечка такая. Бусинка и крестик. А, рожки, рожки. Это урожки. Я поняла. Ну, как обычно, что я ничего не поняла. Нет, я поняла, что игрушечка отсылка к их вселенной, к первой истории с рогами. Хорошо, ребята, я не знаю. Там слишком много было всего. Нужно тормозить, не знаю, покадрово, потому что когда уже во второй половине клипа начали вот так вот совсем мигать кадры, а я еще с первой половины клипа не разобралась. Песня. О, боже, какая крутая песня. Она крутая не только в этом мощном припеве, а вот этот вот по разгон перед припевом. Потом там есть такой мелодичный момент с такой музычкой, такой таинственный, нежный такой. И куплеты. В куплетах там такие барабаны. Люди, слушайте в наушниках. Это просто кайф. Так, что еще? Что еще? Хюнин! Я не могу! Сложно определить. Я думала, что уже все порешено. У меня, значит, бомбю там все дела. Но, блин, этот ребенок в последнее время настолько привлекает мое внимание. Может быть, потому что образ немножечко поменялся. Ну ладно, хорошо. Еще когда во время дебюта выходили вот эти вот разные шоу, которые я успевала смотреть, я видела, что он такой озорной и такой, знаете, с перчинкой ребенок. Поэтому уже тогда привлекал внимание. А сейчас мне очень нравится его образ. Я бы реально его выделила. Остальные мальчишки, несмотря на то, что Ёнджуна покрасили в синий такой, они, ну, как бы не сильно визуально, что ли, я не знаю, как сказать, концептуально, в образе, короче, поменялись от того, что было, все вроде бы так же, но Хюнинкай как-то вот совсем удался. Знаете еще что, Еще там были такие прикольные моменты, где они вот вроде бы играют на камеру, образ, характер передают, все, а потом это перемежается с такими какими-то сценами, где они себя на селфи-камеру снимают или нет. Короче, там, где в бассейне, прямо перед глазами у меня стоит кадр, где Хюнин то ли подплывает к камере, то ли он ее держит, и он там такой милый. И там, где они падают в бассейны, кайф, но я ничего не поняла, там слишком много было всего. Они сначала по школе бегают, они там ходят, нет, сначала, да, они по одному все, а потом они все вместе, потом они куда-то идут, зачем-то непонятно, этот люк, потом эта дверь, игрушка, пентаграммы, дверь до стене, там что-то было написано тут, или на доске. А, Микит, они опять это сделали, господи, все, просто пылает мой мозг, как та дверь или как та тетрадь. Подождите, а если на тетрадке у Субина, ой, у этого Ёнджуна тоже была дверь, вот это то, что он там, это не закладка была, в смысле, не заначка, а дверь, и она потом воспламенилась, как в конце, и Субин дверь рисовал, и что еще, Хюнинкай, он что-то на асфальте рисовал, и Бомгю на поле рисовал, Тэхён,
И он что-то рисовал. Ладно, не знаю. Какие-то странные у меня начинаются сразу. Знаете, мозги соображают, соображают, соображают. Но мне кажется, вообще не в том направлении. Ребята, я уверена, конечно же, что уже есть какие-то определенные теории по этому поводу. Но мне бы хотелось, чтобы вы мне, если у вас есть время за этим следить, и вы знаете, написали, может быть, уже позамечали какие-то, ну, какие-то прикольные такие пасхалочки или еще что-то в клипе, в этих кадрах, которые быстро мелькали. Это что, я не заметила? Ай, все, давайте, в общем, оценивать здесь клип. Я хочу посмотреть все выступления, поэтому дождитесь, пожалуйста, это видео. А на этом все. Саран-саран, с вами была Ариран. Я всех люблю и целую. Пока-пока.